Рассада арабиса кавказского розия вырастает в декоративный лиственный многолетник с невысокими стеблями. Растение очень компактное и может использоваться в групповых посадках с другими многолетними или однолетними растениями. Небольшие розовые цветочки собраны по несколько штук. В жаркое время декоративность растений снижается, так как листва теряет свою яркость и привлекательность, но к осени снова восстанавливается. Арабис кавказский розия предпочитает суглинистые или супесчаные почвы, рыхлые по структуре и хорошо пропускающие влагу. Место лучше выбирать с ярким солнцем. Арабис кавказский розия – это травянистый высотой 25-30 см. Окраска цветка ярко-фиолетовый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.